Америкадан енді келген Лидо Қазақстан мені ұмытып қалмасын деп оралған бойда шығармашылығын қолына алыпты. Я уже выбрала песню, но это, конечно, будет не новая песня. Я ее записала давно, но этот трек мне очень нравится, он мне очень дорог, и я вот прям чувствую, что он понравится зрителю и слушателю. Какой будет видеоряд, я еще пока не знаю, но то, что он будет интересным, оригинальным и смелым, это однозначно. Мне осылайша өнер иесі өзінің жанына көріп келдік пен сенімділікті серік етіпті. Алдағы уақытта түсірілетін бейнебаянның қандай дәрежеде болатынды ашып айтты. Клипы, они не дешевые, и они снимаются не на один день, это все-таки остается нам на память, на всю жизнь, и хочется, чтобы все было сделано на 200%. Мұндай талаптардан сапасыз туындының шығу тіпті де мүмкін емес. Сондықтан сізден біз таңғаларлық дүние күтеміз, Ледо ханым.